Всем привет, с вами снова Левок Фалкон, и сегодня мы продолжим играть в Detroit to Become Human. И честно, я даже уже не помню, где же я там остановился. Буду откровенен. Напоминаю вам, что в эту субботу в 20:00 по Москве у нас стрим по Fall Guys Ultimate Knockout. Всех жду. Ну и подводишь, пока у нас только будет, прошу вас пробежать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Привет. Посмотрим, что вы решили. Ну и тебе подойдет. Что ж, посмотрим, где мы остановились. Один или два эпизода сегодня пройдем. Постепенно все равно проходим, постепенно движемся. По игре медленно, конечно, но все-таки двигаемся. Играть мы будем Жаконова. И нам надо выжигать Аманду. Ну, идем пока. Смотрим, где она может быть. А, возможно, идем правильно, возможно, нет. А, вот, мы ее нашли. Здравствуй, Коннор. Не желаешь ли со мной прокатиться? Глистили все равно придется Коннору. Здесь хорошо. Всегда так тихо и спокойно. Далеко от мирского шума. Расскажи, что ты выяснил? У меня довольно сложные отношения с лейтенантом Андерсоном. Его психологические проблемы осложняют дело, мешают ему объективно оценивать девиантов. Расследование – самый главный приоритет. От результата зависит очень многое. Нельзя позволять никому мешать тебе в этом. Ты словно растерян и взволнован. Так же. Ответим искренно. Я ведь знал, что должен сделать. На практике это оказалось непросто. Ты ведь уже держал этих двух девиантов на мушке. Почему же не выстрелил? Скажу правду. Я не знаю. Я не знаю. Если ты не добьешься результата в скором времени, нам придется тебя заменить. Скажем, вот так вот. Я понимаю. Что-то происходит. Что-то важное. Торопись. Время на исходе. Так же. Где же, куда же нас сейчас направили с Хэнком?
Ты уже задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. 79-й этаж. О, Хэнк. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит сунуть нос. Вон даже ФБР, будьте нати. Ах, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Что у нас тут? Группа из 4 андроидов. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они полезли так далеко. Пока что ушаем. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде. Они напали на 2 охранников. Парни решили, что андроиды из тех обслуги. Ну, их и убили на месте. Что вы не сказали? Один из сотрудников сумел спастись. У него шок. Не знаю, сможет ли что рассказать. Акш. Сколько тут людей работало? 2 человека. О, лейтенант, это спецагент Перкинс из ФБР. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта, он ведет это расследование. Это что? Мое имя Коннор. Я андроид из Киберлайф. Андроид в следствии по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Хэнк недоволен. Неважно. Скоро дело перейдет к ФБР, и мы разберемся. Рад знакомству, хорошего дня. И поосторожней. Не натопчите мне там. Вот ведь ублюдок. Я тут рядом. Если что надо, обращайтесь. Так, давай осмотримся. Посмотрим. Что найдешь, сообщай. Да, лейтенант. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Думаешь, это РА-9? Девианты считают, что РА-9 их освободит. Этот андроид задался такой целью. Так, мы изучаем улыбки. Так же. Что мы еще можем тут обследовать? Еще одна улика есть. Надо бы ее найти. Так же. Вот. Третья улика. Что-нибудь видел? Я определил модель и серийный номер. Есть что мне рассказать? Нет. Нет. Ничего. Ничего. Так же. А ну что? Кого? Жоноча. Дверь не сломывать. Это мы и говорили, так что помним. Взлома не было? Нет, никаких признаков взлома. В коридоре стоят камеры. Персонал должен был что-то заметить. Как они прошли? Может, на камеры не смотрели?
местных андроидов мы загнали на кухню. На их причастность ничто не указывает, но мы решили перестраховаться. Как все шмотно лучше. Мы все изучить можем. Так, давайте поднимемся на крышу. Пока именно туда нас ведет расследование. Посмотрим, что у нас получится. Так. Я наверное, он куда-то сюда побежал. Помню его на лети. Так, что вот еще, что-то головой и кровью. Так. Все внимательно осмотрите. Может, это нам что-то даст? Потому что ты не был вылышен, насколько мы помним. Скорее, это значит, что ушли не все. Так. Он куда же нас проведет в исследование? Так, а это что у нас за дверь? Недавно был шеломан. Так, здесь аккумулятора хватит мне. О, пошла на паузу и быстренько заменю джойстик. И сменяю же девушку. На наш аккумулятор полностью ваше должен, как вы видели. И продолжаем.
Так. Ну, куда надо... Ём, слушай, и туда. Посмотрим, куда наш поведет шелет. Мы подавались ублишко. Это факт. Немного мы изменились, нам получается вот сюда вот куда-то. Вот еще шлаткове. Что-то я заново пошел. Попробуем лучше на крышу. Где-то же он прячется, потому что. А крышу мы полностью не осмотрели, как видим. Даже, скорее всего, Шайман находится на крыше. Возможно. Точно не уверен, но надо это проверить. И ведь эпизод наш длинный получается. Конечно, мы еще не все смотрели, это мы сами видим. Так как это сложное задание, но надеюсь, мы справимся с ним. Скорее всего, мы идем еще улики. О, нашел человек, которого мы спасли тогда. Тогда на балконе. Когда андроид взял в заложники девочку. Ты тогда жизнь мне спас. Простите. Вы с кем-то путаете. Парень явно врачеван. Нам надо отправиться обратно на крышу. И там подробно все изучить. Что-то я упустил.
Так, так, так. Вот он был сюда только что. Вот еще один шлет. Конов Ванин. И это был Шаймон. Их надо остановить. У девианта ценная информация. Поздно, уже ничего не сделать. Только сами почистим. Останемся в укрытии. Саймон погибает. Так же. Ну, что ж, сейчас на этом закончим. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Напоминаю вам, что в эту субботу в 20:00 по Москве у нас стрим по Fall Guys Ultimate Knockout. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!